Здравствуйте, дорогие мои друзья! Помните, я вам рассказывал, что Windows 10 18.09 появится в сентябре? Нет, не появится в сентябре, а появится в октябре. Придется немножко подождать. Кто-то скажет, да блин, лучше бы вообще 1 января, и по причине того, что только-только начал нормально работать 18.03, и все боятся, не все, но многие боятся, что данным обновлением они много чего испортят. Ну и хрен с ним, спешить людей смешить. Ну и поговорим о фишках. Наверное, самое ожидаемое фишка, которая будет 18.09, это апдейт новый API DirectX. Ну, то есть, не совсем новый DirectX, он будет работать в рамках DirectX 12. Он реализует визуализацию в играх и позволит улучшить освещение в играх. То есть, речь идет о программной части трассировки лучей. Также можно будет просматривать буфер обмена комбинации клавиш Win плюс V, синхронизировать его с Android и iOS. Также ожидается полноценная темная тема, то есть проводник уже будет темного цвета, а также запуск Linux из проводника и поддержка копирования и вставки в эту подсистему. Появится новый инструмент для создания скриншотов прямо с рабочего стола. Будет много-много плюшек в веб-браузере Edge. Защитник Windows, он же Windows Defender, переименует в Windows Security. Ну и самое главное обновление, будет новый блокнот. Вот это поворот. 18.09 это последнее обновление с такой нумерацией. Следующее обновление будет называться 19H1. И запланировано оно на весну 2019 года. Зато самое ближайшее нововведение это снова переделка скайпа. Примерно через пару дней к вам придет новый скайп. Надеюсь, вы им также пользуетесь, как и я. Шучу, я им вообще не пользуюсь, но ради такого случая посмотрю, что же там вообще нового. Ребята, если хотите мне куда-нибудь написать, не пишите в скайп, я его раз в месяц запускаю для того, чтобы просто элементарно поудалять спам. Дело в том, что у меня еще пару родственников, которые раз в 3 года мне звонят, они есть в скайпе, поэтому скайп у меня все-таки остался, хотя он же часть Windows 10. Не знаю вообще, можно его выпилить или нельзя. Ну, он мне не мешает, по крайней мере. Ну, если вам не терпится получить 18.09, вы можете в сентябре, а точнее 25 сентября скачать RC-версию 18.09, но это если вы инсайдер. Если вы обычный пользователь со стабильным кругом, то придется запить водой. Ну что ж, на этом все. Всем пока, спасибо за внимание.